Привет, с вами я. Сегодня мы рассмотрим фотографии, которые заставляют задуматься, а действительно ли они были сделаны без обработки. Поехали! Безопасность нужна каждому, даже лошади, потому как она везет на себе человека на скачках. И люди же одевают шлем. Вот и лошадка решила примерить. Да, ее заодно, наверное, пончиком угостят. Рождение большого малыша. Прям как у кита, да, вот рыбы рождают таких больших вот уже сразу детенышей, как бы без яиц, без ничего, просто вот сразу пук и выскочил уже малыш такой, который способен плавать. Эй, коты попробовать решили, какая иллюзия. Наверняка здесь не было обработки. Игры для мальчиков. Такая интересная иллюзия, сложно представить, как она могла бы сделать. Хотя нет, не очень-то и сложно. Для этого достаточно опуститься на определенный уровень, и тогда получается вот такая иллюзия. Как будто взрослый человек, огромный, держит миниатюрные машинки. Когда вы слишком много используете обработку Lightroom. Как вы думаете, эта машина какого цвета? Темного или красного? Вот как вы считаете? Напишите об этом в комментариях. А может быть, она не красная? В общем, ваше мнение. Ну, здесь просто. Тут тоже не нужна обработка. Ну, и очень такая, да, впечатляющая картинка. Сама идея классная. Поставить Lexus на самокат, на скейт. Вот это тоже классный грим такой, макияж. Когда испортился, то вот так вот получается. Довольно круто. Ощущение, как будто там отверстие. Вот это мираж. Или это просто туманная погода, как вы считаете? Это без фотошопа. Это без обработки. Живая иллюзия. В жизни такое тоже бывает. Это как страшный сон. Это вот представляешь, ты выходишь из дома и видишь, посреди твоей машины выросла дерево, пробив ее. Это не до смеха. Но здесь ничего иного, как просто показалось. Определенный ракурс дает вот такой вот результат. Если присмотреться, то там видно, что это просто отражение дерева на хорошо отражающей поверхности машины. Вот кажется, как будто грузовик сейчас вот спрыгнет с недостроенного моста, свалится. Куда же он едет? Ну что, остановите его. Но мост там поворачивается. Там мост просто в этом месте поворачивается. И все. И мы уже часть, которая идет под поворотом, мы ее не видим. Такое впечатление, как будто собака идет по воде. Но на самом деле она не идет по воде. Она идет по льду. Представьте, такой лед. Вот слегка вот оттаявший, маленькая вот прослойка воды. Иногда даже такая прослойка бывает, как будто вот ноги погружаются где-то по щиколотку в воду. Но ты стоишь на льду. Это настоящий проект. Это проект настоящий. Здесь кажется, как будто вставили цветную фотографию, как будет выглядеть эта комната. Но просто вдумайтесь. Вот этот квадратик живой. Жизни его так раскрасили вот отдельными вот такими участками. Когда сфотографировали, кажется, как будто это обработка, но это настоящий проект. Поверхности каждой детали раскрашены по отдельности специально, чтобы казалось, что это обработка. Всем пока!